Самарская выставка «Энергетика и ЖКХ» собрала 30 участников со всей России. Экспонируются как новички, так и авторитетные компании-долгожители. Наша компания основана в 1993 году. Основная продукция – это DC-DC и CDC-преобразователи на печатную плату. Вся промышленность везде, где есть схема, там плата с какими-то функциями, она, любая плата, требует источник питания. С началом пандемии возникла потребность во всевозможных рециркуляторах. И для них мы изобрели вот такие источники питания. Разные типы мощности, там от 7 до 50 ватт. Это автомобильный инвертор. Это наша разработка, полностью наше производство. И выдает он чистейший синус. Есть три модификации: от 12-вольтового аккумулятора, 24 и 48. Может работать от прикуривателя, может работать непосредственно от клемм аккумулятора. Увидеть опытные образцы можно в Экспо «Волга» по 16 апреля. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.